у берегов Африки была поймана огромная рыба весом около 2 тонн. У гиганта тело было сжатое и внешне напоминал очень скользкий диск с бугорками на поверхности. Для некоторых эта рыба могла показаться мутантом или просто неизвестным для науки существом. Но ученые уже прекрасно знают, что это лунная рыба, которая считается самой крупной костистой рыбой в мире. К тому же она является самой плодовитой в своем роде, потому что за раз самки могут произвести на свет до 300 миллионов икринок. Рыбу первоначально поместили в подводную камеру, прикрепленную к лодке, а затем подняли на борт с помощью крана, где она оставалась в течение нескольких минут, пока биологи проводили измерения, фотографировали и брали образцы ДНК.